очередного урока. Да, четверг, Йом Хамиши, и мы с вами в этот урочный час начинаем наш урок. А выбирая сегодняшнюю тему, тему сегодняшнего урока, я был слегка искушаем. То есть есть две интересные темы, на которые хочется поговорить. Ну, первая тема, связанная с сегодняшним днем. А сегодня у нас 17-е Тамуза. Прервалась, но вот снова вроде как восстановилась. Ну, я тогда начну сначала. Значит, у меня было искушение выбрать между двух тем. Первая тема, это связанная с сегодняшним днем. Это 17-е Тамуза. И вторая тема, это связанная с нашей недельной главой, глава Пинхас. Ну, и то, и другое чрезвычайно интересно. Надо как-то попробовать совместить эти две темы. С одной стороны, поговорить о том, что у нас сегодня пост 17-го Тамуза, а вообще немножечко о том, что такое пост. Вот появляются первые люди. Всем привет. Если есть какие-то погрешности или помехи на линии, тогда, пожалуйста, сообщайте мне, чтобы я, по крайней мере, хотя бы об этом знал. Если все слышно и все видно, то замечательно. Ну вот. Значит, две темы. Первая тема – это пост 17-го Тамуза, и вторая тема – это Пинхас, глава Пинхас. Глава колоссальная, тяжелая, большая, разнообразная по тематике. Естественно, обо всей главе говорить невозможно, но там есть момент, о котором я бы очень хотел с вами поговорить. Но начну с поста 17-го Тамуза. Итак, у нас пост. Пост 17-го Тамуза. В иудаизме посты бывают дневными и суточными. Дневной – это от рассвета до заката, а суточный – это целые сутки. Пост в иудаизме, он без воды и без питья, абсолютно сухой пост, человек не пьет, не ест, вот, ну и не это, конечно, главное. Воздержание, естественно, важно, а важно другое, важно по поводу чего это все происходит, то есть идеология события. Надо вам сказать, что иудаизм, как религия, она не очень поощряет вот все эти аскетические практики. То есть, если мы с вами будем изучать другие религии, то мы увидим, что очень многие религии склонны к вот подобным аскетическим практикам, которые считают, что воздержание, телесные воздержания, воздержание еды, питья и другие телесные как бы вот нагрузки, которые человек принимает на себя, они позволяют каким-то образом освободить дух, душу или что-то исправить. Иудаизм не является той религией, которая призывает практиковать это. То есть у нас в Торе, конечно, есть одно место, где написано, что 10-го Тишрея, это Йома Кипурим, что нужно изнурять собственные души. Но это один единственный раз. Все остальные посты, они от наших мудрецов. Наши мудрецы постановили, что в определенное время мы должны воздерживаться от еды и от питья. А каковы причины этих постов? По существу, все посты, связанные с негативными событиями, с отрицательными. Потому что пост Йом-Кипур – это не негативное событие, это положительное событие. Йом-Кипур – это праздник, и там мы постимся не потому, что мы переживаем что-то. Нет, наоборот, это от радости. То есть поститься можно, потому что горюешь и потому что радуешься. Вот в Йом-Кипур мы не горюем. Йом-Кипур – это радостный праздник, потому что грядет наше прощение и прочее, и прочее. А мы не едим по другой причине. А вот траурные посты, их не так уж много. Мы можем их перечислить. Вот самый главный траурный пост – это 9 Ава. Он суточный. А потом вот есть посты, вот сегодня 17-го Тамуза есть пост. Потом есть пост 10-го Тевета. Это третий пост. Потом есть пост 3-го Тишрея, третий день Рош ха-Шана. Называется пост Гедалья.
И последний пост – это Таанит Эстер. Пост Эстер – это за день до праздника Пурим, то есть 14-го Адара. Всего 5 постов, 4 из них дневные и 1 суточный. Если вы внимательно будете разбираться со содержанием этих постов, то вы увидите, что все посты связаны с храмом, с разрушением храма. 9 Ава – день, когда был разрушен первый храм, второй храм. А вот сегодня, 17 Тамуза, там есть несколько причин, из-за которых мы сегодня постимся по приказу наших мудрецов. И там несколько причин связано именно с храмом. То есть, что в эпоху первого храма были прекращены ежедневные жертвоприношения, что по существу привело к трагедии дальнейшей. А в эпоху второго храма была осада и пробили стену городскую, тоже закончилось, естественно, разрушение. А все, практически все посты, и пост Тишрей, и даже пост Таанит Эстер, вся история Эстер тоже связана с храмом. На самом деле с храмом, конечно. Все вокруг храма происходит. А все посты связаны с тем, что был разрушен храм. Был разрушен храм, и это главная причина, почему мы постимся. А 9 Ава, как возник этот день 9 Ава? Вы помните ведь, наверное, что мы читали главу разведчиков, когда были посланы разведчики, чтобы расследовать, исследовать землю кнаанскую, куда мы должны были войти. И они возвращаются спустя 40 дней и сообщают нам, что да, земля хорошая, но нам туда не попасть, нам не одолеть эти народы. И это как раз происходит 9 Ава. И весь народ плачет, не знает, что делать. И тогда, как согласно Мидрашу, Всевышний заявляет: напрасно вы плачете в этот день. Ну, раз уж вы начали плакать в этот день, то я сделаю так, что ваши слезы будут не напрасными. Ну, и вот 9 Ава случается огромное количество событий. То есть причина, основа основ – это когда мы отказались от земли обетованной, когда мы отказались от земли, куда нас вел Всевышний, от нашей земли, от земли, где мы должны были служить Ему. Когда мы от нее отказались, вот тогда возник вот этот вот тяжелый день 9 Ава, который в свое время должен будет стать самым великим праздником, днем освобождения, днем рождения Машиах, Спасителя. То есть вот обратная сторона. Отказ от земли Израиля – вот основная причина всех наших постов. И как следствие этого разрушение храма. Это очень интересное соединение – земля и храм. Некая привязанность к материальности, через которую мы можем достигнуть Всевышнего. Так вот, мы начали с того, что все эти практики аскетические, ну, посты – это все аскетические практики, они призывают человека отказаться от материальности. В пользу духовности, так мы это понимаем. Так вот, иудаизм говорит о том, что от материальности нельзя отказываться. Материальность – это то, что создал Всевышний, чтобы насыщать свои творения, и мы часть этого материального мира, хотя в нас есть и какие-то другие начала, духовные, но мы часть материального мира. И материя должна насыщаться тем, что ей дает Всевышний. В этом замысел. И роль человека как раз не в том, чтобы отказаться от материальности, а наоборот, чтобы возвысить материальность, чтобы благословить эту материальность. Вот мы, например, там благословляем пищу, кашрут, всевозможные аллахические меры поведения. Они все связаны с тем, чтобы освещать материальность. Потому что мы верим, свято верим, что все от Всевышнего. Все. Просто мы по-разному к этому относимся, к нам-то это по-разному, но все от него одна благодать. И поэтому вот это вот выражение «благословен судья праведный», «барух даяна имет», мы говорим и когда хорошо, и когда плохо. То есть, да, все, что происходит, естественно, происходит от него, и в конечном итоге все это хорошо. Со временем, конечно же, мы это поймем. Но вместе с тем посты существуют. Наши мудрецы постановили, я не говорю сейчас о посте Йом-Кипур,
Это пост из Торы, и он не связан с трауром. Наши мудрецы постановили, что есть энное количество траурных постов, вот, и мы их соблюдаем, соблюдаем. Мы отказываемся от своей материальности в память о некоем событии, и это, по идее, должно нас защитить. Потому что, согласно еврейской традиции, эти события, которые имели когда-то и духовное, и материальное воплощение, материальное, конечно, прошло, но духовное каждый год воплощается в одно и то же время. То есть то же событие 17-го Тамуза, когда-то давным-давно, в этот день, допустим, Моше спустился с горы, и когда увидел, что мы пляшем вокруг Золотого Тельца, он разбивает первые скрижали. Понятно, что это событие происходило и в материальном, и в духовном мире. С тех пор прошло достаточно много времени, там 3500 лет. И в материальном мире сегодня такого события нет. Понятно, нет. Сегодня Моше Рабейну не спустился и не разбил скрижали. Но то, что произошло и отпечаталось в духовных мирах, сегодня да, спускается. И это событие, разбиение скрижали, оно спускается вниз. И для того, чтобы обезопасить себя внизу, мы себя определенным образом лишаем материальности, подвергаем себя некоему испытанию, воздержанию, с тем, чтобы защитить себя от тех последствий, которые вызовут вот эти вот духовные опускания того самого события, разбивание скрижалей. Но там еще были события, и они все тоже имеют отпечаток в духовных мирах и спускаются вниз, и, естественно, они на нас воздействуют. Поэтому пост очень важен, и тот, кто может поститься, он должен поститься, если это не противоречит состоянию его здоровья, если он не болен, если там женщина не беременна. То есть есть противопоказания, когда пост даже запрещается, да, потому что сказано, что мы должны беречь свои души, беречь. И если душе что-то угрожает, то, конечно же, это в первую очередь. И если есть противопоказания посту, то поститься нельзя. Он даже не засчитывается как пост. Наоборот. Нужно питаться нормально. Но если человек здоров и в состоянии понимать, что он делает, то он, конечно же, должен воздерживаться от пищи. Вот сегодня такой день. Это вот первое, ну, такое напоминание тем, кто интересуется этим. Ну и второе, конечно же, я хочу перейти к теме Пинхаса, к недельной главе Пинхаса. Кто такой Пинхас? Пинхас – это сын Эль-Азара Когена, то есть это внук Аарона. Это седьмое поколение от Якова. Если вы посчитаете от Якова, то Пинхас как раз это седьмое поколение. Надо вам сказать, что Пинхас по праву рождения не был священником, не был Когеном. Когда Аарон и его сыновья, у Аарона было четыре сына, двое известно, как погибли, осталось только двое. Так вот, Аарон и его четыре сына были помазаны на священство, то есть они стали священниками. В этот момент Пинхас уже родился. Пинхас, внук Аарона, он уже родился. Но он не был помазан, потому что сказано Аарон и его сыновья. Не было сказано Аарон, сыновья и внуки. Нет, про внуков ничего не сказано было. Значит, вот Аарон и его сыновья стали священниками, ну и все их потомки, все, кто родятся после этого акта. А Пинхас уже родился до этого акта, он уже был. Поэтому он коэном, священником, не был. Но вот после того события, что произошло, Всевышний ему дарует этот титул, ему и его потомкам, священство. Более того, из Пинхаса выйдет потом огромное количество первосвященников именно. Главных священников. Вот этот вот Пинхас. Что же за событие произошло? Я просто вам напоминаю, о нем говорилось в конце предыдущей главы и в начале нашей главы. Сразу же после того, как Билам возвращается к себе, по направлению к себе домой, он возвращается, и у него не получается проклясть еврейский народ по просьбе Балака, и он дает под конец совет Балаку, что если ты хочешь погубить еврейский народ и поразить его прямо в корень, его нужно совратить. И вот дальше начинается вот эта вот история про совращение в степях Муавских, в долине Шитим, когда вот девы из Муава и Медьяна
они соблазняли сынов Израиля, и все, в общем-то, закончилось печально. Просто вот это соблазнение заканчивалось поклонением Баал-Пеору. Это было своеобразное поклонение Баал-Пеору. И еврейские мужчины, сами того не осознавая, они совершали некое действие, которое и являлось поклонением. Ну и, естественно, начался мор в лагере, да? Эпидемия, нам это все очень знакомо. Эпидемия началась, и в этот момент происходит следующее. Начальник, лидер колена Шимона, его звали Зимри, приводит в лагерь женщину из медьянитянок, из медьянского народа. Ее звали Зимри, Косби ее звали, его звали Зимри, а ее звали Косби. И она была не просто так, она была дочерью правителя. И вот на глазах у всех он уединяется с ней в палатке, и все не знают, что сказать. Потому что и у Муше тоже жена была из медьянского народа. Да? Цепора была из медьянского народа. Муше жил там целых 60 лет в этом медьянском народе. Это почти его родственники. И Тро, тот самый Тро, который нам... перед получением Торы дают всякие советы, и мы их принимаем, он тоже из медьянского народа. И вот этот самый Зимри, начальник, не просто так, лидер колена, приводит эту женщину и уединяется с ней в палатке. И все не знают, что делать, рыдают, бессильны что-либо сделать. Муше здесь сидит, все мудрецы сидят, никто не знает, что сделать. И вот в этот момент, вот именно в этот момент, поднимается вот этот самый Пинхас, молодой человек. И не спрося ни у кого, просто молча берет копье, направляется в эту палатку и убивает и мужчину, и женщину, и Зимри, и Косби. На глазах у всех. Ну, можно, конечно, живо описать всю эту сцену, реакцию всех. Но что дальше происходит? Происходит очень интересное. Но на самом-то деле это просто, я не знаю, умышленное убийство на глазах у всех. По еврейским законам за это приговаривают к смертной казни. Количество свидетелей было неимоверно большим, все это видели. Все видели, что он взял копье, вышел, убил их. И нет никакого вопроса. И любой суд приговорил бы его к смертной казни. И его должны были казнить. Мало того, все... из колена Шимона имели право на мщение, потому что тогда кровную месть никто не отменял и просто могли отомстить за это. Так вот, вдруг Моше, он слышит пророчество, голос к нему обращается, и этот голос прямо вот я вам читаю, говорит, вот, прямо он ему говорит, это вот прямо начало главы Пинхаса, и говорил Всевышний к Моше, говоря: Пинхас, сын Элиэзера, сына Аарона, священника, вернул мой гнев, или отвел мой гнев от сынов Израиля, тем, что он своей местью отомстил мою месть, то есть своей ревностью взревновал мою ревность, совершил вместо меня то, что я должен был или хотел совершить. Поэтому я и говорю: даю ему мой союз мира, брити шалом, союз мира, и будет для него и для его потомства за ним союз священства навсегда, потому что он был ревнителен и искупил сынов Израиля. Сыны Израиля должны были погибнуть, а он вот своим действием их искупил. То есть вот что происходит реально. Ну, дальше события другие развиваются, но я именно об этом событии хотел поговорить. На наших глазах Пинхас, который не был коэном, становится священником. И то, как он становится священником, противоречит всем основам, всем абсолютно. Дело в том, что священник, главное, одно из главных требований священника, ну, помимо того, что он должен быть из рода Аарона,
и его потомков, это условие номер один. Условие номер два, он должен быть без порока. То, что называется тамим, целостен. А считается, что человек, убивший другого человека, он имеет ущербность. Он уже в чем-то не целостен. И по существу он не может быть священником. Вы мне можете спросить, а как же в дальнейшем, допустим, вот священники, которые воюют? Да, ну, если человек, допустим, защищает свою жизнь, его жизни грозит смерть, и он защищается и убивает кого-то, и он уже священник, то да, конечно же, скорее всего, он и останется священником. Другое дело, будет ли он приносить жертвы на жертвенник, потому что многие священники, у которых были какие-то повреждения, телесные или другого рода повреждения, они оставались священниками, но они не могли приносить жертвы, не могли возносить жертвы на жертвенник. Поэтому вот это вот действие человека, который еще не был священником и уже получил некую ущербность, убил другого человека, он по определению не мог быть священником, он ущербен. А вот Всевышний, вопреки всему, берет и назначает его. Я понимаю, мы не можем обсуждать действия Всевышнего, мы не понимаем этих действий, но факт остается фактом. Нам рассказана некая история, в которой есть противоречия. И, естественно, мне эти противоречия хочется понять. Почему Всевышний так делает? Наверное, ответов может быть огромное количество. Секрет таится, допустим, в слове «ревнитель», «канай», потому что здесь написано, что «беканао» своим ревнительством вместо «меня» ревнитель, «канай». И мы можем разбирать с вами, что такое ревнитель, что такое «канай», и мы увидим, что это очень интересные качества. Но главное качество ревнителя в том, что его поступки спонтанны. Они не продиктованы неким осмыслением происходящего. Он это делает на полной интуиции, так скажем. То есть вот что-то случилось, он был свидетелем чего-то, а дальше он встает и это делает, даже не осмыслив, что он делает. Вот я бы сказал так, движим подсознанием, даже не сознанием, а подсознанием. Более того, очень важное качество ревнителя – ревнитель ни у кого не просит совета. Как правило, такого рода люди, когда рядом есть муше и мудрецы, естественно, должен обратиться к ним. Они и старше, и умнее его, и опытнее, и спросить, что делать, и поступать по их совету. Вы же заметили, что он никого не спросил, он встал и сделал, и все. Значит, ревнитель – это тот, кто делает по наитию, по собственному ощущению, что он так должен сделать. Он и сам-то не понимает, почему он это делает. То есть здесь, наверное, только эмоции сердца задействованы, а вот мозг не задействован. Поэтому ревнителем нельзя стать. То есть нельзя как бы стать сознательно, я имею в виду. Нельзя сознательно стать ревнителем. То есть человек проснулся утром и говорит, все, я буду канай, я буду ревнитель. Нет, этого сделать нельзя. Ревнитель возникает здесь и сейчас, в данную секунду. И, конечно же, он наносит ущерб себе. И в данном случае Пинхас нанес себе ущерб. И если бы не вмешательство Всевышнего, то, конечно же, судьба была тяжелой. Но что интересно, вот здесь есть вот это вот выражение. «Гинени нотен ло эт брити шалом». «Вот я даю ему мой союз мира». Шалом. И я вам хочу показать это слово «шалом». Я даже его как-то так легонечко обвел календарем, карандашом, чтобы вы увидели. Вот видите, я обвел это слово «шалом». И хочу обратить ваше внимание вот на букву, вот это, на эту букву, на букву «вав». Вот она, буква «вав». Видите, вот буква «вав». И она обрублена. Буква не целая. Буква обрублена. Я вот на листочке вам написал здесь, сейчас я покажу кое-что. Вот листочек, видите, вот листочек. Вот буква «вав» целая. Вот она целая, как она пишется. Такая запятайка и палочка идет вниз на всю строчку. А вот в нашем слове «брити шалом»
союз мой мира, она вот так написана. Видите, идет, 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 потом обрывается, потом снова идет. И те, кто не очень сведущие, когда видят этот текст в свитке Торы, они подумают, вот буква подтерлась, чернила стерлись. А этого нельзя. Если где-то стирается что-то, весь свиток становится некошерным. И при мне даже были такие случаи, когда люди натыкались в этой главе на эту букву, не понимали, почему буква ВАВ разорвана, и требовали, чтобы вынесли этот свиток, убрали и вынесли другой свиток Торы, потому что читать по некошерной Торе нельзя, и благословение произносить нельзя. Но вот им объясняли, что так написано, так эта буква ВАВ написана, с обрывом. Слово «шалом» написано с буквой «вав», а буква «вав» неполноценна. И я думаю, по крайней мере для меня, я так это понимаю, что именно вот в этом слове «шалом» есть намек, чтобы мы ни в коем случае по своей человеческой воле не делали так и не подражали этому. Потому что то, что сделал Пинхас, это плохо. Это по определению плохо. Но именно в данной ситуации, в данной единственной ситуации, этот человек в состоянии ревнительства, то есть когда головной мозг был отключен, сделал то, что надо. Но это не является примером для подражания. Ни в коем случае. Потому что тот шалом, та целостность, та гармония, которую сейчас он получит, она не совсем целая. И вот тут вот эта вот обрубленная буква ВАВ привела меня к мысли о том, что хорошо бы поговорить вообще о букве ВАВ. Буква ВАВ – это удивительная буква. Шестая буква алфавита, да, шестая по счету, и значение и численное ее 6. Одна из букв имени Милосердного – Юд, Гей, ВАВ, третья буква, Гей. А она удивительна. Она в Торе, в текстах Торы работает очень интересно. Ну, во-первых, любой глагол, перед которым эта буква стоит, глаголы, они находятся либо в настоящем, либо в прошедшем, либо в будущем. Есть три времени глагола. Да? Так вот, если буква ВАВ стоит перед глаголом, то она оборачивает одно время в другое. Противоположное, да? Допустим, слово «ваикра», ну, так называется книга «ваикра». «Икра» – это «буду читать», это будущее имя. А если стоит «вав», «ваикра», то это уже прошедшее время. Если сказано «елех» – «шел», «я пойду», «пойдет», «ваелех» – прошедшее время. То есть «вав» оборачивает время в противоположное. То есть, ну, настоящее оно есть настоящее, его никуда не вернешь. А вот если это прошедшее время, глагол стоит в прошедшем времени, он тут же при помощи буквы ВАВ оказывается в будущем времени. И наоборот. Это первое, что делает буква ВАВ. Второе, буква ВАВ, она может соединять, как соединительный союз И, это и это, а может наоборот отделять это в отличие от этого. То есть, она имеет свойство и соединять, и разъединять. Значит, видите, ВАВ, она оборачивает глаголы из одного времени в другое, может быть соединительным союзом и может вызывать отрицание одного от другого, отталкивание такое. Так вот, согласно Каббале, буква ВАВ – удивительная буква. Что она делает? Это по существу буква ЮД, И, такой маленькая точка с запятойкой. Буква тоже одна из букв имени Всевышнего, Юд, Гей, Вав, Гей. Буква Юд считается точка, из которой исходит божественная эманация, то есть буква Юд всегда связана с духовными мирами. Но то, что выходит наверху, должно же как-то спуститься вниз. Да? Так вот, если Юд вышло, оно там в духовных мирах остановилось, если его продлить вниз, то свет божественный спускается вниз, это и есть буква Вав. То есть буква ВАВ – это линия, такая КАВ-линия, по которой, ну, так скажем, божественный свет сверху спускается вниз. То есть буква ВАВ, она насыщает нижний материальный мир божественным светом. То есть
по существу это буква, которая определяет наше содержание. Потому что если буквы ВАВ не будет спускать духовную энергию, то внизу, конечно, будет форма, да? А содержания не будет. Есть слово шалом, шалом. Ну, вы представляете, слово шалом, это мир, гармония, которое написано с буквой ВАВ и которое написано без буквы ВАВ. Так вот, если написано с буквой ВАВ слово шалом, это значит действительно есть внизу состояние гармонии, и оно таково. То есть люди находятся, не враждуют друг с другом, они мирно сосуществуют, и это действительно мир. Это не видимость мира, а это мир. Если же букву ВАВ в слове шалом убрать, то есть есть такое написание без буквы ВАВ, то получается, что форма внизу существует. Люди не дерутся друг с другом, но мира там нет. Мира там нет. Очень интересный момент, обратите внимание, я вам обращу, в главе Ноах, когда Ной строит ковчег, то там даются параметры этого ковчега. Там сказано, что там длина 300 ама, 50 ама ширина и 30 ама высота. Я все время никак не мог понять, зачем даются конкретные размеры, их же можно себе представить, ама там 50 сантиметров, размер этого корабля, и как потом после этого вместить всех существующих туда животных. Можно было просто сказать, построил корабль и все, зачем? Зачем размеры? Это же путаницу будет. А потом я понял, что все размеры вот этого вот кораблика, они по существу составляют гематрию слова шалом. 300, 50 и 30. Получается 380. 380 – это как раз гематрия слова «шалом», но без буквы «вав». Потому что с буквой «вав» это уже не 380, а на 6 больше – 386. Значит, оказывается, Ной жил в некоем пространстве гармонии, потому что весь остальной мир обернулся в хаос, но состояние гармонии было достаточно условным. Вот это очень важный момент, буква «ВА». И поэтому я хочу вам сказать, что когда вы читаете тот или иной текст, действительно важно читать его, конечно же, на иврите, и смотреть, какие буквы есть и какие буквы нет, потому что отсутствующие буквы частенько, то, что называется «ктав хосер», то есть «недостающее письмо», он в Торе наблюдается. То есть слово в одном месте написано с буквой или буквами ВАВ, а в другом месте без буквы ВАВ. И тогда это, естественно, повод для нашего комментария и для тех, кто внимательно читает, чтобы понять, это слово содержит только по форме или по содержанию уже готово. Поэтому вот эта история Пинхаса, ну, вообще, все истории в Торе, они не для подражания, но эта история особенно опасна для подражания. Многим она кажется очень интересной. Вот человек встал и по собственной воле наказал негодника, наказал предателя-развратника. На самом деле Всевышний говорит, нет, остановитесь, не делайте этого. И еще, чтобы закончить уже эту мысль, я хочу сказать, что, конечно, у нас есть такое понятие гильгульный шамот, перевоплощение душ. Так вот, тот самый Зимри, которого убивает Пинхас, да, в дальнейшем его душа воплотится, знаете в кого? В Раби Акиву. А душа Пинхаса дальше, в следующем обращении, будет Ильей Пророком. Душа Ильяу Анави, Ильи Пророка, это как раз душа Пинхаса. А душа Зимри – это душа Раби Акивы. И 24 тысячи человек, которые сейчас погибают здесь в эпидемии, эпидемии, связанные вот с этим распутством, в дальнейшем будут душами 24 тысяч учеников Раби Акивы, которые в свое время погибнут между Песахом и Шавуот. Так что все гораздо сложнее. И гораздо сложнее, когда начинаешь это понимать, то мы должны с вами ясно и четко знать. Еврей должен жить по Аллахе. И истории из Торы для нас не являются примером для подражания. Только желанием осмыслить, конечно, нужно. Конечно, нужно. И вот таким образом, при помощи комментаторов, попытаться понять, что такое Пинхас, кто такой Пинхас, обсудить эту тему, ни в коем случае не брать ее примером для себя. Вот это вот я вам хотел показать, и про эту букву ВАВ рассказать, которая вот обрублена в этом отрывке, ну и напомнить, что
Сегодня у нас день поста, и что это непривычно для евреев, у нас не так уж много постов, и кто его держит, то там хорошего завершения этого поста. Я сейчас посмотрю, может быть, какие-то вопросы возникли по ходу дела, и я тогда постараюсь на них ответить. Вот люди здороваются, всем здрасте, всем. Вот, Володя, здрасте, рад вас видеть здесь. Здрасте, здрасте. Вот. Да, Тора действительно сохранилась, потому что, ну, к этому были внимательны. Это просто страшно было что-то не то сделать. А если в слове буква отсутствует, то это обязательно означает недостаток или, может быть, означает другое слово. В зависимости от того, какая буква отсутствует, понимаете? В данном случае, если буква ВАВ, которая притягивает духовную энергию из верхнего мира в нижний мир, то, конечно же, если ее нет, нечего притягивать, энергии нечего. То есть форма есть, а содержание нет, понимаете? Да. Бывает, что отсутствуют и другие буквы, но они имеют другой смысл. Такой смысл, как буква ВАВ, буква, которая таким образом воздействует на мир, она уникальна. И чаще всего отсутствует или присутствует именно она, наполняя форму содержанием или оставляя одну форму. Как правило, если ее нет, то это недостаток. Это недостаток. Да, Цумкаль, спасибо и вам. Все. Всего хорошего, Цомкаль, действительно, легкого поста. Заканчивается он, я вам могу точно сказать, по крайней мере, в Израиле, когда он заканчивается в 8 часов 13 минут. В 20 часов 13 минут в Израиле, в других местах я не знаю. Ну, как стемнеет, видимо. Тем, кто живет севернее, им, конечно, меньше везет. Всего хорошего и с наступающей субботой, и шаббат шалом.